Добрый день, дорогие друзья. Всем салам алейкум. Астар авто, Астана. Так, машина первая у нас идет Chevrolet Tracker 2020 года. Цена на него 9 миллионов 960 тысяч. Автомат 1.8, передний привод, 51 тысяча километров пробега. Такое его состояние по кузову. Так, следующий у нас Hyundai. Так, Hyundai Sonata 2005 года. Механика L2.4, передний привод, 442 тысячи километров пробега. Цена 3 миллиона 790 тысяч. Такая вот Соната 2005 года. Так, следующий у нас Chevrolet Orlando 2013 года. Цена 5 миллионов 980 тысяч. Автомат 1.8, передний привод, 109 тысяч километров пробега. Такое состояние по салону. Так, следующий у нас так на броне. Kia Rio. На автомате 2020 года. Цена 10 миллионов 670 тысяч, 1.6, передний привод. 14 тысяч километров пробега. Такое вот состояние по салону. Цены поднялись. Примерно на 1,5 миллиона. Именно на Kia Rio. Так, здесь без ценников. Следующая машина Nissan. Nissan Tiana 2010 года. Цена 6 миллионов 890 тысяч. Так, объем 2.5, полный привод, газ-бензин, 181 тысяча километров пробега.
Так, следующий Mercedes 13 года. Цена 11 490 000. Вот такой вот. Е300 на автомате, 3,5, 110 тысяч километров пробега. Задний привод. Вот такое состояние по салону. Кузову.